Добрый день. Решила вскрыть одну розочку, посмотреть состояние ее корней, вот, чтобы знать, понимать, что у нас происходит. Все-таки пакет есть пакет. Вот, сейчас разворачиваю. Сейчас мы посмотрим, что тут происходит. Ну, немножко, конечно, материал мокрый. Это я поливала, чтобы земля сухая не была. И вот сейчас вскрываю, чтобы посмотреть, в каком состоянии у нас роза находится. Так. Так, сейчас. Вот корешочки прорастают. Видно, да? Вот они, корешочки. Загниваний у нас, смотрю, никаких нету. Сейчас я аккуратненько. Ой, так. Вот одну розочку я решила проверить. Но есть все хорошо, другие... Вот, все, корешочки развиваются хорошо, прям замечательно. Вот. Даже немножко вот оборвала. Так. Я вот это вот, чтобы не путаться. То есть, вот они, корешочки. Все хорошо. Надо просто аккуратненько их будет скрывать. Вот. Все хорошо. Загниваний нету. Вот. Я с роз все-таки обрезала все веточки, чтобы, ну, не забирать силы. Вот. То есть, все у нас хорошо. Состояние роз очень хорошее. Вот, так что можно смело делать. Новые тоже я также буду делать. Вот и няни, корешочки, прям красота. Вот. Новые тоже я сегодня замочу. Также сделаю такие же тубусы и до весны. Вот. Хотела поделиться этим видео, посмотреть, в каком состоянии они у нас. Все-таки делаю так в первый раз. Вот. В каком состоянии корень. То есть все хорошо, значит, так можно до весны их сохранять. Вот здесь даже корешочек у нас подогнулся. Сейчас я его подвыпрямлю. Вот. Ну, в общем, на этом видео все. Вот. Все, пока-пока.